Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о составе двух коробочек Allure Box и об одной косметичке Glamour Bag. Ну, мне кажется, что так интереснее, когда сразу побольше, да, коробочек косметичек, а не по одной, чтобы были короткие видео, но часто. Мне кажется, вообще никто не будет их смотреть. Итак, первая коробочка с безумно красивым дизайном, который обязательно я оставлю. Ни одну коробочку я не выбрасывала. Я либо оставляю их себе, храню косметику в них, либо дарю подарки подружкам своим, да, и тоже складываю в эти коробочки. И вот посмотрите, какая была красивая у Yves Rocher. Очень красивый дизайн, потрясающий. 25 лет эта марка уже в России, я думаю, что многие ее любят, вот видите, с 90-х годов. Конечно, она покорила сердца многих, и ну, даже судя по видео на YouTube и судя по фотографиям в Инстаграме, на самом деле много девушек, которые покупают эту марку. Я тоже очень люблю и всегда, уж то-что, гель для душа, я всегда у них покупаю. Что же здесь попалось? Это миниатюрка моего любимого аромата, аромат черной смородины, уж не буду коверкать название, но я вам уже много раз показывала этот бутылечек и в своих фаворитах, и когда показывала коллекцию ароматов. Здесь находится точная копия, только миниатюрка, вот такие маленькие-маленькие духи, но я, честно говоря, не... Пользуясь такими миниатюрами, я их оставляю просто для того, чтобы они красиво стояли. Мне кажется, что это очень мило и, ну, не знаю, мне жалко ими пользоваться. Следующий продукт довольно большой, 100 мл. Это шампунь у нас для восстановления с жожоба. Классное средство, классный объем. Я думаю, что, ну, не на 5, на 7 использования точно хватит в какую-то поездку. Отлично подходит для сухих и вьющихся волос. Как раз у меня вьющиеся волосы, поэтому с радостью протестирую. Следующий продукт. Это, где же он у нас? Вот. Такая малышка. Это гель-крем интенсивное увлажнение 24 часа. Вот так выглядит полная версия. 50 мл стоит 840 рублей. Для нормальной смешанной кожи увлажняет в течение 24 часов, дарит коже упругость и свежесть. Содержит в себе сок клена, сок агавы, водный экстракт гамомелиса. Такой хороший крем. Но опять-таки, я какую-то часть, если что-то антивозрастное, я отдаю своей маме. Я ни от кого это не скрываю, часто вам рассказываю. Что-то могу подарить подружкам. А с другой стороны, в основном, конечно, я не могу уж себя обделить. Большую часть все-таки остается у меня. Я с радостью беру в какие-то поездки. Это очень удобно. И на самом деле не важно, это двухнедельная поездка, 10-дневная или на 2 дня. В любом случае будет удобно. Что-то нужно побольше, что-то, да, что-то нужно полноформатное. Но о чем-то спокойно можно. Вот такой маленький крем, но здесь 10 мл, спокойно его на 10, на 15 дней его хватит. Потому что, ну что, нужно с горошинку продукта. Поэтому, не знаю, я Allure Box люблю нежной любовью. Мне кажется, что это очень крутой сервис и готова оды петь каждый раз. Следующее, это Yves Rocher мицеллярная вода 2 в 1. Увлажняющая, которая удаляет макияж, плюс она увлажняет, тонизирует кожу одним жестом. Честно, не пробовала. Мицеллярку от Yves Rocher еще не пробовала. Обязательно воспользуюсь, расскажу вам. У меня, кстати, опять накопилось просто миллион пустых баночек. Я только сняла это видео буквально 7-10 дней назад. И опять у меня огромный мешок. Это просто... У меня тут просто фабрика по переработке баночек. Следующий продукт. Это тот самый крем для рук, который бесплатно дарили. Хотя не знаю, такого формата. Да, 50 мл. Крем для рук манго и кориандр. Специально к юбилейному 2016 году марка подготовила коллекционное издание крема для рук. Компактный формат. Формула содержит более 97% компонентов натурального происхождения. Без минеральных масел и парабенов. Но очень удобный формат в сумочку и очень приятный аромат. У меня, по-моему, даже такой гель для душа я покупала. Если не ошибаюсь. Следующее. Тоже такая хорошая миниатюрка. Это увлажняющее молочко для тела. С легкой кремовой текстурой. Наполняет кожу влагой благодаря мякоти алоэ вера.
Про аромат я вам уже говорила. С моим просто обожаю, 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 обожаю. Здесь что-то не вижу весь перечень нот, но мне пахнет черной смородиной. Я уже говорила, что мне пахнет Джо Малон. Тут как бы вот. Следующая миниатюрка. Очень, кстати, давно хотела попробовать эту тушь, потому что много хороших отзывов. Часто ее вижу в обзорах. Это объемная тушь для ресниц в черном оттенке. Создайте стильный объем. Щеточка с густой щетиной плотно окутывает все реснички. В общем, что-то волшебное должно произойти. Но вот просто все время натыкалась на фото или видеообзоры. Девчонкам нравится, поэтому с радостью попробую. Следующая — это помада-карандаш для губ. Она мне уже попадалась в косметичке, но в другом оттенке. Здесь у меня алый мак, а у меня более такая розовенькая была помадка. Помада-карандаш, стающей текстурой, дарит губам невероятно притягательный сияющий оттенок. Розовую я открывала уже, на самом деле приятная помадка, хорошо она увлажняет. У нее яркий оттенок, но я бы не сказала, что прям вырви глаз. Ее можно спокойно и тонким слоем нанести, и можно и потолще наслаивать. И вообще, в принципе, формат помада-карандаш, он очень удобный. Потому что удобнее как бы контур себе сделать таким средством. И последнее, что у меня есть, это гель для душа, такой малыш. Гель для ванной душа, олива и пятигрен. Я так и забыла все-таки посмотреть, погуглить, что же это за растение. Мне так интересно было. Пятигрен. Ну вот оливу я здесь вижу. Пятигрен. Ну вот, наверное, рядом вот это вот. В общем, загадочная штучка. Надо все-таки погуглить. Вот такая была коробочка от Ифраше. Мне она показалась очень крутой, шикарный состав. Сейчас покажу вам следующую уже коробку. Следующая коробочка — это Allurebox за сентябрь месяц. Ежемесячный выпуск. Что же нам здесь попалось? В такой большой открыточке попалась тушь от Clarins. Сейчас я найду ее саму. Ну, хорошая, на самом деле, миниатюра. Вполне ее на очень долго. Хватит здесь 3,5 мл. На месяц вам за глаза. То есть спокойно можно ее протестировать и понять, нравится вам такой продукт или нет. Далее, тоже очень большая миниатюра от Nuxe. Марка дорогая, 50 мл такого крема стоит 2500. У нас здесь 15, тоже, не знаю, на пару недель. Тестирования хватит. Это крем, разглаживающий первые морщины для нормальной кожи, для девушек, которые заметили появление первых мимических морщин. На основе комплекса из семян голубого лотоса, семян мака, корня алтея и корней пиона. Такой вот классный новый крем они придумали. Вообще фирма Nuxe мне очень нравится. Сейчас я тестирую их крем для рук и маску. Также обожаю их масло для тела, это с золотыми частичками, обычное сухое масло. Не знаю, как-то эта марка у меня внушает какое-то доверие. Прям мне кажется, что там супер молодцы работают. Следующий продукт, который здесь был, это новая парфюмерная водичка от Dom Guerlain. Le Petit Drop Noir Intense. Слушайте, сколько, интересно, всего уже версий выпустили. Столько вариантов есть, это просто. Что же здесь у нас? Совершенно новая мелодия, в которой карамельная сладость сахарной ваты восхитительным образом сливается с гурманскими нотами ванили и эфирным маслом болгарской розы. Сандал пачули, шлейф, ну, в общем, такой сладкий, окутывающий аромат. Ну, мне кажется, как раз он классно будет зимой раскрываться. Следующий продукт. Лежал в такой коробочке. Ой, я тут ее просто так открывала, она мне немножко пострадала. С лопаткой. Очень удобная миниатюрка. Это укрепляющий уход против признаков старения на разных стадиях формирования. С SPF 25. Через 2 месяца ваша кожа сильная, она легче сопротивляется воздействию внешних факторов. В общем, вы выглядите молодо. Просто какой-то волшебный уход. Обязательно дам своей маме протестировать. Интересно, что же она скажет.
Следующий продукт это шампунь для интенсивного блеска от Vella Professional. И такой же бальзам. Сколько у нас здесь? По 30 мл. Обещает, что произойдет волшебство для ваших волос за 30 секунд. Бальзам мягко обволакивает волосы, глубоко увлажняя их и делает чувственно мягкими. С маслом камелии и экстрактом белого чая. Кстати говоря, очень интересный продукт. Как это будет все работать на волосах. Прям будем ждать волшебство. Следующая миниатюрка 5 мл. Биодерма гидробиогель крем. Подходит для обезвоженной, нормальной или смешанной, чувствительной и тусклой кожи. Восстанавливает процесс естественного увлажнения. Вообще, кстати, я поняла, сейчас очень много всего аптечного тестирую. И поняла, что, ну, вызывало, не знаю, лично у меня на каком-то психологическом даже вот уровне аптечные марки вызывают у меня больше доверия, как-то вот больше интереса. Мне кажется, что они на самом деле как-то лучше вот борются, да, чем какие-то такие марки, ну, более какие-то масс-маркет, более раскрученные. Как-то вот к аптечному у меня, мне кажется, это у всех так, больше доверия. Сейчас с радостью много марочек разных пробую. Также в состав этого крема входит салициловая кислота, которая разглаживает кожу и возвращает естественное сияние. Следующее, что попалось. Ну, интересный такой пробник. Сверху это у нас три оттенка тона. Ну, я думаю, что... Ну, либо такие брошюрки их выдают, знаете, во всех странах мира, где как бы много афроамериканок, которым подходит такой оттенок, либо же для контуринга, да, можно использовать. Можете увидеть, что 22 оттенка в линейке этого тонального крема от Smashbox. И для белоснежек, и для супер уже темных афроамериканок. На самом деле это очень круто. И также 10 оттенков консилера. Вот. Три из которых мы сможем протестировать. Почему бы и нет? Правда, я не уверена, что мне хватит вот одной такой штучки на все лицо. Я так, знаете, люблю... посильнее люблю красить. Если уж крашусь, то по-серьезному. Но вообще интересное что-то. Заявлено, что держится до 15 часов. Как раз для меня, потому что у меня всегда все уходит. И под конец рабочего дня, хотя он даже у меня 8-часовой, я как будто просто не накрашена. В книжечке у нас все закончилось, но что еще было? Промокод, получите скидку 25% на покупку клиник. Не знаю, можно это было показывать или нет. По 31 октября при заказе вот 2500 рублей. Ну, хорошая скидка, почему бы и нет? Так, же здесь. Что мешает вашей коже или здоровью? Вы увидите мертвейших лет. Прижмите отрезок чистой липкой ленты к центру тыльной стороны ладони. Наклейте, используя отрезок на черный круг. Боже, надо попробовать, что очень сложно. Также трехступенчатая система. Умывалка, салфеточка с тоником и крем. Очень люблю, кстати, такие пробники, именно клиниковские. Очень удобно тоже брать с собой. Ну и вообще... Отлично отношусь к этому уходу. В школьные времена очень часто мне мама покупала. Вот и все, что было в этой коробочке. Сейчас приступим к Glamour Bag. Glamour Bag за август. Лучшие новинки самых популярных марок только в полном размере. Glamour Bag никогда на сайте не обманывает. На самом деле всегда лежат полноразмерные версии. И с каждым разом все круче и круче. Следующая, кстати, будет сентябрьская косметичка под названием «Ваше сиятельство». Интересно, что же там будет? Может быть, там будут какие-то хайлайтеры? Первое, что здесь указано, это крем для тела от Dove «Сияние лета» плюс нежное мерцание. Для нормальной смуглой кожи увлажняет, питает. По-моему, он с бронзирующим эффектом или нет? Да, придает вашей коже нежный оттенок загара. Питает, увлажняет, да, дарит легкое мерцание. Кстати говоря, задумывалась даже пару месяцев назад. Хотела купить, но, честно говоря, я либо забывала в магазине, либо просто не видела. Но у кого-то увидела в обзоре, и тоже мне захотелось, потому что раньше это был очень модный продукт. Может быть, раньше была какая-то другая формула, но я помню, что этот продукт раньше многие девчонки любили. Следующее.
Еще один оттенок помадки от Yves Rocher. По-моему, я собрала все три. У меня есть такой розовый, этот немножко такой фиолетовый, что ли, уходит. Ну, в общем, у меня уже полная коллекция помадок от Yves Rocher. Очень-то здорово и приятно. Стоит 690 рублей. И, кстати говоря, тут написано, каждый оттенок можно носить отдельно для создания однотонной вуали или в дуэте для создания эффекта амбре. Кстати, крутая идея, раз у меня вот много оттенков, можно будет что-нибудь такое сделать интересное. Далее, бархатные ручки. Это крем-бальзам и крем-лосьон для рук. Первая профессиональная сос-серия по уходу за руками. Дневной уход с нежной гладкой текстурой, легко впитывается, не оставляя жирного блеска. Это про крем-бальзам. Насыщенная формула быстро и надолго устраняет сухость. Действие крема сохраняется даже после мытья рук. Но я его уже попробовала. На самом деле, крем-бальзам, ну, знаете, для супер сухой кожи, особенно вот у меня бывает такое ощущение вечером, когда уже, ну, в течение дня много раз ты там мыл руки, и начинается такая стянутость. Кстати, утром тоже такое замечаю. Как-то в течение дня я, может, просто не обращаю внимания. И я его наносила, на самом деле он прям, ну, довольно долго он впитывается, но при этом и руки надолго остаются увлажненными. Мне понравился. Ну, а второй это крем-лосьон для рук. Средство с нежной тающей текстурой и впитывается за 1 минуту. Что очень здорово, потому что до этого бархатные ручки выпускали как такой гель для рук, но он какой-то был вообще малодейственный. Да, он впитывался реально за 1 минуту или, может быть, даже за 0,5 минуты. Здесь же все-таки это уже крем, поэтому эффект намного лучше. Следующий продукт для волос – это лосьон для придания объема. Можно нанести его у корней на сухие или слегка подсушенные полотенцем волосы. У меня, кстати, вот вопрос объема у корней стоит очень остро, особенно в последнее время. Меня очень бесит. У меня волосы начинают завиваться где-то вот, ну, на уровне, вот где, может быть, уши начинаются. Вот там они начинают виться, то есть, а корни абсолютно прямые. И, видимо, под тяжестью они очень прямые, как-то прямые, как-то, знаете, и прилизанные, что ли, вот так. И, в общем, мне не очень нравится, как это выглядит, и мне хочется, чтобы у корней было побольше объема. Поэтому обязательно, мне очень интересно протестировать это средство, будет ли оно работать. Тушь от Catrice Glam & Doll Volume Mascara. К марке Catrice очень положительно отношусь, и часто я ее раньше сама покупала. Недавно мне, кстати, прислали очень много подарков для конкурса. Скоро будет конкурс совместно с Catrice Essence, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить. Будет очень много крутых подарков. Сразу 3 места призовых. Ну, а тушь это для эффекта кукольного взгляда. Стоит она 277 рублей. Ну, кстати, что-то я не помню тушь от Catrice. Ну, наверное, тестировала, но очень давно. Прям вот не могу вспомнить, какие именно у меня были. Следующая для меня новая марка. Я думаю, что для многих девчонок что-то интересное. ЛВ она называется. Это невидимая защита на 48 часов. Антиперспирант. Не способствует появлению раздражений. Ничем он не пахнет, не оставляет следов, ухаживает и подходит и для мужчин, и для женщин. То есть универсальный продукт. Следующий прикольный набор — это мелки для волос. Ну, правда, мне немножко странно, почему в конце лета нам это прислали. Было бы, ну, наверное, намного актуальнее весной прислать или в начале лета, потому что, ну, сейчас такая серость за окном, и как-то уже не хочется так вот сильно веселиться. Но набор очень классный. Я, честно говоря, вряд ли буду пользоваться, потому что, мне кажется, на моих темных волосах не будет видно. Я, наверное, отдам маме на работу, она работает с детьми. Я думаю, что детям это будет очень интересно попробовать. Вот, так что повеселим деток и отдадим это им. Ой, не могу. Сейчас открою вам эту коробочку. Просто здесь все упаковано в такую еще картонную коробку. Все очень так добротно, поролон лежит, чтобы мелки не разбились. И вот здесь так много ярких, насыщенных оттенков. Выглядит очень круто. И мне, честно говоря, когда я смотрю на такие мелки, мне прям хочется пойти вспомнить детство и пойти не на волосы их намазать, а разрисовать асфальт. Такие вот у меня воспоминания.
И последнее, что мне попалось, это Garnier инновационная суперувлажняющая маска для лица Аквабомба. Я такую уже тестировала, покупала сама. Маска мне понравилась, она на самом деле хорошо увлажняет, хорошо питает вашу кожу. Ну, если у вас реально сухая кожа, особенно сейчас, в осенне-зимний период, это супер актуально. Она очень круто сидит на лице, то есть она не маленькая, она небольшая, она не сползает, она очень удобно и комфортно сделана. Мне понравилось, с радостью еще раз воспользуюсь. Вот, такие у нас были коробочки и косметички. Надеюсь, вам было интересно. Пишите свои комментарии. Всем пока.